Коммунальщики продолжают очищать улицы города ото льда. На проезжей части используют грейдер. А вот ледовую корку на тротуарах снять спецтехникой нельзя. Сотрудники КЗХ применяют песко-соляную смесь. В ней 90% мытого речного песка. После того, как его добыли, лабораторно исследуют, соответствует ли материал стандарту. 10% смеси – техническая соль. Техническая соль – это соль каменная, которая добывается в карьерах, ту, в принципе, которую мы с вами употребляем в пищу. Отличается она только тем, что в пищу мы употребляем уже отбеленную, как бы беленькую, а это здесь она немножко имеет коричневый оттенок, но никак не влияет на ее качество. Для обработки подъездов к садикам, школам, тротуарам и дворам было заготовлено 1500 кубических метров песко-соляной смеси. Алексей Гаврилов отметил, что организация соблюдает все требования и стандарты. Во дворах подсыпку также выполняет КЗХ, но по заявкам управляющих компаний. Те, в свою очередь, руководствуются жалобами жильцов и обращениями в травмпункт. «28 февраля 2022 года пройдет ежегодный всероссийский открытый дистанционный онлайн-конкурс, посвященный Дню защитника Отечества в России. Есть такая профессия – Родину защищать». Проводится он в рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу». Подать заявку на участие можно до 28 февраля. Целью конкурса служит привлечение внимания молодого поколения к истории героического прошлого России. К участию в конкурсе допускаются с 3 лет и без ограничения возраста. Предприятие «Галут» на работу требуются дорожные рабочие, медик, слесарь по ремонту ДСМ, машинист категории С, машинист автогрейдера категории Д, водители категории Б, С, С, Е, машинист экскаватора-погрузчика категории С, плотник 5-го разряда, специалист по закупкам, автоэлектрик, электромонтер до 1000 ватт, инженер производственно-технического отдела, инженер-экономист планово-экономического отдела. Заработная плата по результатам собеседования. «Галут», улица Гагарина, дом 58, телефон 220-311. Магаданцев приглашает принять участие во Всероссийской неделе охраны труда. Минтруд проводит ее с 25 по 29 апреля 2022 года в Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. Цель акции – распространение современных технологий в сфере обеспечения безопасных условий труда. Для участия нужно направить заявку в Министерство труда и социальной политики Магаданской области до 21 февраля на электронный адрес, который вы видите на экране. С чем лично у вас ассоциируется Магадан? Для кого-то это холод, сопки, а для кого-то бесконечно красивое и прекрасное море. Мы решили выяснить у жителей областного центра, что для них Магадан. Это супер. Это город, красивый город. Судьба. Магадан – это Магадан, что тут еще говорить? Тут одним словом не расскажешь. Холод. Дом. Любимый город.